Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам показать один ножичек. Это новая модель. Назвал Мандалорец. Я не знаю, вот эти длинные Мандалорца. Вот каска его напоминает мне. Либо смотрел этот фильм, точнее сериал, и под его впечатлением. Ну, в общем, вот такой ножичек. Здесь тимоскус, титан. Можно сделать без вот такого упирающего спейсера. Будет более гладенький. Вот такой у нас клиночек. М390, 95 мм длина клинка. Работает на керамических подшипниках. Можно и фронт-флиппером. Можно в дальнейшем сделать даже без шпинька вообще, без отверстия. Вот можно снять шпинек, можно даже не снять. Вот так. Или вот так. Такой интересненький ножичек. Клинок М390 отпесочен, отголотован. Спасибо всем. До свидания.